В этом бою Даниилу Клеймену присудили техническую победу. Ему 13 лет, 8 из них он занимается карате. Даниил выступает за 5-ю детско-юношескую спортивную школу. Говорит, что на тренировках бывает трудно, но ему нравится это боевое искусство. Немножко мандраж, боязнь. Перед тем, как надо выйти на бой, надо все обдумать. Что ты будешь делать, как двигаться, как бить. На чемпионате Даниил завоевал серебро. В соревнованиях приняли участие 48 анапчан. У нас в Анапе очень такая серьезная школа. Нас знают не только в России, нас знают далеко за рубежом. У нас международный бренд. Мы представляем лучших бойцов в Европе. На мире. Всего на первенстве состязались 300 спортсменов из 8 субъектов Южного федерального округа, включая Республику Крым. Город-курорт Анапа популярен тем, что в нем проводится масса мероприятий как местного масштаба на уровне города-курорт Анапа, согласно спортивному календарю, но и привлекательный прежде всего всеми федерациями спорта. Это по всем практическим видам спорта. За 2 дня разыграли 45 комплектов наград. Лучшие спортсмены будут представлять Южный федеральный округ на первенстве России, которое пройдет в Москве в конце апреля. Отбор прошли 25 анапчан. Далее розыгрыш путевок в сборную страны для участия в чемпионатах Европы и мира.